Главное предложение нашей рубрики. Цена только сегодня 999 рублей. Вы выбираете 3 упаковки. Вы выбираете пасту, которая содержит исключительно натуральные компоненты. И самое главное, это экстракт мисвака, который прославлен. И вообще, это аюрведическая классика. Ухаживать, конечно, у вас есть сейчас зубная паста. Вы ухаживаете за своими зубами и знаете, что очищать от остатков пищи, от зубного налета, который потом превращается в зубной камень, необходимо уже в стоматологическом кресле. Но чтобы у вас не появлялся зубной камень, для того, чтобы ваши зубы были здоровыми и выглядели белоснежными, попробуйте нашу премьеру. Естественно, объем позволяет использовать ее долго, так как вы уже заказываете наши электрические зубные щетки. Ну, посмотрите, мы хотим, чтобы у нас была, ну, давайте сегодня будем говорить о Болливуде. То есть это киноиндустрия Великой Индии. Болливудская улыбка. Это белоснежные зубы, которые сияют на солнце, на индийской лужайке, словно бриллианты. Давайте посмотрим. Знаете, размер пасты, которую вы вот так вот выдавливаете на щетку, должен быть размером с горошину. В рекламе часто приходится видеть, когда щедро зубную пасту заполняет зубной пастой всю длинную щетку. Делать этого не нужно. Достаточно вот зубной пасты с мисваком вот в таком количестве, чтобы произвести антибактериальную обработку полости рта, для того, чтобы антисептическую обработку. Посмотрите, до использования этой пасты и после использования пасты с мисваком. Это если, ну, опять же, у вас никогда, вы никогда не использовали индийскую зубную пасту, попробуйте, потому что аюрведические традиции сильны. Посмотрите, это бережное отбеливание зубов. Несколько секунд подержите вот так вот легкими массирующими движениями. Я использую нашу электрическую щетку. С точки зрения цены это превосходное предложение. Не спешите вот так вот, чтобы вычистить со всех сторон зубы, карманы так называемые в полости рта, которые накапливают микроскопические остатки пищи и потом, когда она разлагается, приводит к повреждению зубной эмали и приводит к кариесу и пародонтозу. Вот такая ослепительная улыбка, которую сейчас демонстрирует Оленька. Ну и вы знаете, вы не найдете на упаковке ни одного слова на русском языке. Эта паста произведена в Индии. Здесь и мы можем увидеть, что она производится в Индии и в Арабских, кстати, Эмиратах, что тоже приятно. Вы выбираете, представьте, 120 граммов и плюс еще 50 граммов этой пасты получаете в подарок в каждом тюбике. Паста обладает легким анисовым ароматом, дарит свежесть вам. Если вы страдаете от неприятного запаха, если вы страдаете от пародонтоза и кариеса, и огромное количество стоматологических проблем, выбирайте зубную пасту с мисваком. Ну и опять же, почему это аюрведическая классика? Она предназначена для чистки, паста предназначена для чистки зубов и массажа десен. Это уникальное средство для здоровья зубов и защита от пародонтита и пародонтоза. Вот посмотрите, это дерево, которое обладает уникальной текстурой. Вяжущие и бактерицидные свойства зубной пасты с мисваком защищают десны. И это еще и профилактика кариеса, и пародонтита, и пародонтоза. После того, как вы почистите зубы этой пастой, вы почувствуете необыкновенную свежесть во рту благодаря потрясающим натуральным компонентам. В растении, в этом дереве, содержатся масла, которые очищают зубы от налета, позволяют... Сейчас я сполосну свою зубную щетку. И, кстати, вы уже заказываете зубную щетку. Дело в том, что сразу 4 за 999 рублей, внутри батарейка, которую вы легко сможете поменять, и две насадки. Вот я использовала круглую насадку, а посмотрите, есть еще и вот такая традиционная насадка, которую вы также используете
для идеального состояния полости рта. Поворотом, вот так, единственным поворотом вы приводите в движение, начинается вибрация, вот эти удары, которые позволяют идеально очистить полость рта от бактерий. Ну вот сейчас сделаю как в рекламе, чтобы показать вам консистенцию зубной пасты с мисваком. Представьте, в каждом тюбике 120 граммов и плюс 50 граммов подарок. То есть пасты очень много, здесь вам хватит надолго. Ну и все это ради чего? Ради того, чтобы иметь великолепную, красивую улыбку, не знать зубной боли никогда, ну и не тратить огромное количество средств на услуги стоматологии, потому что стоматологические услуги – это удовольствие дорогое. Кстати, вдруг у вас уже есть те или иные имплантанты, мосты, то есть вы уже знаете, что это такое, и оставили огромное количество средств, доверьтесь аюрведе. Именно индийское учение о жизни покорило весь мир. Это не только страна, третья экономика в мире после США и Китая, это еще удивительная традиция. Это многонаселенная страна, которая обожествляет природу. Индусы обожают натуральные компоненты. И то, что проверено более чем 5 тысячелетиями, естественно, необыкновенно эффективно. Вы никогда ничего не заказывали на шоп-н-шоу, но вам очень нравится сейчас улыбка Оленьки. Она использует как раз-таки нашу уникальную зубную пасту с мисваком от легендарного бренда Дабур. Это не только идеальная улыбка, блеск и сияние белоснежных зубов. Это еще отсутствие пародонтита и пародонтоза. Это еще и отсутствие кариеса. И это, знаете, я в 3 года первый раз попала в кресло стоматолога и получила там такую детскую психологическую травму, что до сих пор, хотя уже и обезболивающие, и анестезия, и все, но тем не менее, все равно испытываешь всегда страх. Вы получаете 4 щетки, обратите на них внимание, за 999 рублей. И наш главный товар дня – это зубная паста с мисваком. Ярчайшая премьера, уникальное предложение, 120 граммов и 50 граммов вы получаете в подарок. Пусть ваши зубы всегда сияют белоснежной улыбкой, и пусть они будут здоровыми. Это очень важно.